В городе Березовском в начале 6 часа утра, то есть еще в предрассветных потьмах, на улице Свободы красный петух вполне себе свободно, по пока не установленной причине, набросился на два частных древесных дома за номерами 91 и 93 и учинил довольно-таки раскидистый пожар. По данным ГУ МЧС, на площади почти 200 квадратов сгорел один дом и его придворные постройки, плюс огонь успел переброситься на соседние сараи. Несмотря на ранний час, жители свободного частного сектора массово пробудились и бросились смотреть на огненное шоу, внешне похожее на преждевременный рассвет. Березовские огнеборцы, понимая ответственность за деревянный, читай, горючий частный сектор, примчались на утушку на четырех машинах и силами 15 бойцов в половине 8 часа утра красного петуха угомонили. Ну, в смысле, локализовали в очерченном периметре. В половине 8 часа утра пламя было полностью замочено, ну а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3 часу дня. Ущерб для хозяев огромен, это минус. Но, как видно, один грузовик и 5 легковушек оказались вне зоны огня, значит, не сгорели, а это плюс к минусу. Ну а главный жирный плюс – жертв среди разумных нет.